который пройдет в Крыму. И на этом у меня все. До свидания. В эфире Тюменская служба новостей, в студии Ксения Волкова. Здравствуйте. В ближайшие минуты о самом важном и интересном из жизни региона. Более 2500 человек за неделю присоединились к онлайн-обсуждению проекта межвузовского кампуса. Об этом написал Александр Мор в своем телеграм-канале. Глава региона отметил несколько интересных идей: научный музей, студенческий коворкинг, юридическая клиника, центр трудоустройства, льготная столовая и спортивный комплекс с фитнес-залом, футбольным полем и бассейном, а также городской пляж. Губернатор рассказал, что все идеи будут внимательно изучены, лучшие найдут отражение в проекте. Кампус будет служить не только студентам и вузам, но и всему региону. Напомню, что сбор предложений продолжается, и любой желающий может принять участие в фокус-группах. Подробности на сайте Тюменский кампус РФ. Тем временем в поселке Багандинском заканчивается строительство новой школы. Она рассчитана на 360 мест.